начнется матч 24-го тура, а он уже начался. Реал Мадрид, Атлетик Бильбао. Я уже отметил, что статистика не очень хорошая, я бы даже сказал, плохая. Серхио Рамос, капитан Реала, между прочим, лучший футболист сборной Испании по итогам прошлого сезона. Кстати, недавно он получил приз от газеты «Марка» Криштиану Роналду. И есть быстрый гол Реала в домашнем матче при Зинедине Зидане. И завершение на силу, а на точность, на исполнение. И по дуге закинул мяч под перекладину почти что в самый дальний верхний угол Бензема. Хорош подыгрыши. Ну и затем, посмотрите, как легко проходит защитников. Криштиану Роналду одно движение, не удел остается соперник и удар не берущий. Оскар де Маркос идет вперед, есть подключение справа, передача в штрафную и опасный момент. Не надо зевать, вот такие вот моменты нельзя поменять. Первый опасный момент у ворот Реала и тут же ответ королевского клуба. Криштиану Роналду, передача на дальнюю штангу, борьба, удары, Раисос выручает. Давайте смотреть. Криштиану не жадничает. Передача на дальнюю штангу на Хамеса Родригеса. Здесь защитник Блесиаго успевает ногу подставить. Ну а за восходящая звезда Уильямс. Нам еще раз с вами показывают, как Реал атаковал. Уильямса в предыдущей встрече было удаление. Естественно, сегодняшнюю встречу также пропускают. Ой-ой-ой, какой момент, какая глупая ошибка. И счет становится 1-1. Вот такой вот поворот событий. И быстро пропустили, но вот сейчас организовали атаку и... не поняли друг друга Варан и Келлер Навас. Не совсем четкие согласованные действия. Варан скидывает мяч назад. Необходимо собраться. Партнеры должны поддержать. Ну и самому надо на другую волну перейти. Удар поворотом! Удар. Серхио Рамос могут сыграть и как в центре обороны, так и на фланге. Кстати, Карвахаль у нас занимает место слева. Данила играет на привычной всей позиции справа. Так, конечно. Данила сыграл на Хамеса Родригеса. Хорошая подача. И удар поворотом. А добить? Добить. Да, это Хосе Гелехо Гарсия. Я думаю, что не ошибся. Вот момент, когда отлично действует вратарь Атлетика. Данила атаковал. Реакция Зидана. Ликуэ. Только как не уступчив в единоборстве. Рос помогает обороне. За басками. И будет удар поворотом. Удар перекладина. Вот флангу. В дальнейшем развитии атаку Атлетика Карваха. Вот этот эпизод. И бил поворот Адурис. Ну и отметим подыгрыши Беленсиаку. Момент. Удар. Точная передача. Карвахаль. Слева поддерживает атаку, возвращает мяч и не везет Реалу. Модрич! Из последнего Реала. Попытка растянуть оборону соперника. Попытка заставить ошибиться. И Реал забивает. Причем забивает из-за пределов штрафной. И не готовы к тому, что именно вот такая будет поставлена точка в этой атаке. Будет удар со средней дистанции. Привыкли уже и защитники, и вратарь, что Реал раскачивает оборону соперника, ищет возможности. Так встречу и первый тайм так заканчивает. Все время в деле, все время в работе, все время в игре. Кросс успел сделать передачу. Криштиану Роналду ищет момент для удара, делает передачу на кросса. Ох, какой момент! Мичел, все друг друга видели. Хорошее движение. Бензема отвлекает на себя внимание. Криштиану Роналду собрал вокруг себя трех соперников. И, видимо, защитники сидели у него на ноге и ждали удара. А тут следует передача на кросса. И еще... разбег. Удар. И в стенку угодил. Криштиану бьет еще раз. Штанга. Добивание. И не получился у Криштиану Роналду. Но смотрите, что дальше происходит. Штанга. И здесь уже... положение вне игры. Все-таки в атаке немало сегодня получается у Бильбао. Как, например, сейчас мяч прорывается. Появляется надежда на спасение. Передача. А вот партнеры сыграли не так здорово. Но Модрич что творит, а? Красавец. И точный пас, и удар поворотом. Родом. В 16 лет он вернулся на родину. Атлетика.
Ой, какая ошибка. Иско мяч перехватывает. Втроем на двоих бегут Криштиану Роналду, Бензема и Хамес Родригес. Он с мячом. Бьет поворотом, попадает своего. Попадает. Но возвращать мяч Бензема не было смысла, потому что тут... Бензема бьет в касание. Шли свою вот эту успешную серию. Карима. Нарушение против Атуриса. Желтая Рамосу. Ой-ой-ой, это желтая Варану. И... Ну, не знаю, не знаю. Так, по формальным признакам, ну, можно было натянуть, нарисовать. Далее по программе Малага-Валенсия. Депортиво Бетис, Реал Сосьедад, Гранада, Севилья, Лас Пальмас. И пока я перечислял вам программу всего тура, и не успел ее закончить, потому что... Фланговая атака. Передача, вне игры нет. Ох, какой пас, какой пас. И Криштиану тут сажает на пятую точку защитника. Тут не удержался на ногах. А в дальнейшем с олимпийским спокойствием Криштиану кладет мяч с подъема в ближний угол. Ну и голевую передачу на свой счет записал Лукас Васкес. Пас близкий к выдающимся. Исполнил так, исполнил. Ну и молодец Криштиану. Во-первых, держал правильную позицию. Не поторопился упрекнуть. Но они проигрывают. Раз за разом практически проигрывают. И частенько с крупным счетом. Иско! Криштиану Роналду будет хитрик. Ему не позволяет сделать хитрик. Играет тонко, умно Иско. Он замахивается. И все ждут от него удара. Бензема, по-моему, опять был в офсайд. Удар поворотом. Это еще не все. Вот я сказал про крупную победу. Басков. И Лустонда забивает головой. На 90-й минуте. Да, мяч перелетает. Через защитников не достает Варана. Он удален. И у...